It is the contest by a senior blue, fighting out of the blue corner. Ему 28 лет. Рост 180 сантиметров, вес 71,7 килограмма. 28 inches tall, he stands 180 centimeters tall. His weight is 1.7 kilos. Профессиональный рекорд 19 боев. 16 побед, 3 поражения. His professional record 19 bouts, 16 victories and 3 losses. Его стиль бразильское джиу-джитсу. His talent presented джиу-джитсу. Representing South Brazil, Brazil, Marcio Seara Bravo! Его соперник красного клетки. Бойцу 26 лет. Рост 179 сантиметров, вес 70,8 килограмма. Профессиональный рекорд 12 боев, 10 побед, 2 поражения. Его стиль ММА, и он представляет город Красный! Россия! Приветствуйте! Александр Загорский представил бойцов. Бойцов, я думаю, вы сможете отличать без проблем. Марсио Брена у нас в перчатках с синим скотчем и татуировкой. Амирхан Адаев в перчатках с красным скотчем и без каких-либо татуировок. Вы видите ростовесовые показатели обоих бойцов. Но каких-то больших отличий нету. Очень приближены эти показатели у бойцов. И так вот, в разносторонних стойках начинают поединок бойцы. Марсио Брено в стойке правши и в стойке левши. Но мы видим, что работает Амирхан Адаев. Обменялись малашами в корпус оба бойцы. Никто не хочет отдавать центр клетки. Да, такая позиционная идет борьба за центр октагона. Раз за разом наносит удары Марсио ногой. И снова Брено попадает дальней ногой. Хорошо в корпус пробивает, но попал в пах. Там начал защищаться немножко Марсио Брено, начал подсаживаться. В любом случае, я думаю, это не специально делал Амирхан. Привел в чувство рефери этим поднятием бразильца. Хорошо слышит своих угловых Амирхан. Говорят ему, двигай корпусом. Да, и он тут же начал раскачивать такой маятник, так называемый, раскачивать друг соперника из стороны в сторону. Хороший Мавашу в корпус и отвечает правым апперкотом бразилец. И очень опасно. Он бил сейчас навстречу этот правый апперкот. И у нас клинч около сетки. Попытка бразильца перевести бой в партер. Хорошо колено вставляет Амирхан. Сам прихватывает ноги и отлично переводит бой в партер. Амирхан Адаев находится в положении закрытый гард он сейчас. Марсио Брено снизу. Несколько раз локоть так очень опасно вставляет сверху Амирхан. Вязкая борьба у нас происходит. Особо Марсио Брено не дает Амирхану Адаеву проводить какие-либо технические действия.
наносить удары, выходить на болевые удушающие. Ну и в то же время показывает такую активность. Амирхан Адаев контролирует сверху и еще чуть-чуть меньше, чем 2 минуты остается до конца первого стартового раунда. Поднимает рефери бойцов стойку. Ну, если подойти к статистике, то Амирхан Адаев из своих 10 побед в 6 одержал досрочно в первых раундах. Теоретически у него еще есть время. Да. Подтвердить свою статистику и обновить ее. И внести туда еще один досрочный поединок в первом раунде. Ох, хороший middle kick проводит Амирхан. В область печени своему сопернику. Ответ лоу-киком. Брена очень внимательно сосредоточен и не отдает центр октагона. Ну и пока никуда Марсио не торопится, мы видим. Снова хороший удар с дальней ноги от Амирхана. Сейчас после серии ударов. О, как попытался нанести такой удар, оперевшись на руку Марсио Брено, но заблокировал его и накрыл сверху Амирхан Адаев. Сейчас после серии ударов в печень от Амирхана Адаева почему-то вспомнилась вчерашняя победа россиянина Александра Шлеменко. Техническим нокаутом по печени. Ну, только там было рукой. Да. Поздравляем Александра с возвращением. С таким ярким и красивой такой победой. Ну а у нас заканчивается здесь первый раунд. И бойцы расходятся на перерыв. Коллега, на ваш взгляд, кто ведет по судейским запискам после первого раунда? Да, на мой взгляд, абсолютно равный бой. Абсолютно равный бой, но может с небольшим преимуществом Амирхан Адаев по очкам буквально по техническим действиям забрал. Плюс вот этот тейкдаун, перевод. Против Марсио Сера Брено, бойца из Бразилии. И у нас второй раунд поединка. Хорошо попадает сейчас с дальней руки Амирхан Адаев навстречу. Оба снова занимают центр клетки. Никто не хочет отдавать территориальное преимущество. Продолжает так бомбить с дальней ноги Марсио Брено. Но пока все эти удары приходятся, да, по защите. Все видит Амирхан, все защищается. Чувствует дистанцию, входит Амирхан и спокойно переводит в партер. Да. Занимает сайд-контрол, прихватывает голову бразилец. Но, как показывает практика, навряд ли он задушит из этого положения. Отжимает голову Амирхан. Хорошо было бы побить ему локтем. Но одной рукой ему не задушить, это точно. Сейчас, скорее всего, будет садиться в маунт Амирхан Адаев.
Да, бразилец может даже не тратить силу, да. Попытка была приходить на узел плеча от Амирхана Адаева. Колено вставляет хорошо в корпус. Не потерять бы ему сейчас это положение Амирхану Адаеву. Хорошо локтем начинает работать по голове бразильца. Да, и так очень опасно. Он бьет, прижимает причем к сетке своего соперника. Практически нет вариантов для выхода сейчас у Марсио Брено. Пока ничего не может придумать Марсио Брено против Амирхана Адаева в этом положении. Амирхану желательно продолжать наносить удары в голову. Закрывает гард бразилец. И пытается вязать. Пытается вязать у Амирхана Адаева. Ну и достаточно еще много времени. Так начинает наносить, расколачивать своего соперника сверху Амирхан Адаев короткими ударами. Бразилец, как мы видим, немножко потерян. И кроме как закрыть гард, ничего другого не предпринимает. Раз за разом наносит удары Амирхан Адаев, который в итоге наберется тоннаж этих ударов и потихонечку-потихонечку начнется садиться в функционалка у бразильца. Да, он находится сейчас снизу и плюс пропускает вот эти вот удары, наносит по нему сверху Амирхан Адаев. Подсказывает Амирхану Адаеву, что работает надо корпус-голова. Молотками наносит удары. Минута остается до конца второго раунда. Приходит. Также сверху находится Амирхан Адаев. Наносит он эти удары свои. Да, прихватил руку бразилец. Пытается вязать. Ну, мне показалось, что он прихватил ее, чтобы скинуть ее между ног и накинуть, может, треугольник. А может, он ее просто вязал, чтобы Амирхан не наносил удары. Хотя, вот та вот самая та самая попытка закрыть треугольник. Поднимается так на ноги сейчас Амирхан Адаев. Опасно снизу начинает так бить ногами бразильский боец. Ну и у нас концовка второго раунда. Поднимает рефери в стойку бойцов. Ну, считанные секунды уже остаются до конца второго раунда. И гонг. Бойцы расходятся на перерыв. И нас ожидает третий раунд этого поединка. В котором, как и в большинстве предыдущих боев, все станет известно. Но, опять же, второй раунд. Опять же, как мне кажется, на мой взгляд, с небольшим преимуществом забрал Амирхан Адаев. Потому что всегда больше запоминается концовка и боя, и каждого раунда. Да, и вот он вошел, ноги вытащил и спокойно перевел. Да, тот перевод в партер, после которого вот так вот сверху контролировал положение Амирхан Адаев. У нас все готово к началу третьего раунда, седьмого по счету боя сегодняшнего вечера. Сегодня 22 октября, это город Москва, турнир ACB-48 реванш. Ну и смотрите, пошел так вперед бразильский боец.
и на скачке попал он правым боковым Амирхану, но Амирхан не растерялся и сразу же клинчует, вяжет к сетке и пытается забрать ноги у бразильца. Но бразильцу наверняка в угол в перерыве подсказали, что уже, собственно, терять-то нечего. Надо либо идти ва-банк, рисковать. Вот прием из арсенала бразильского джиу-джитсу, да, как любят в стойке они запрыгивать, крестить ноги и забирать себе в партер. Но хочется спросить, дальше что? И снова начинает наносить сверху удары Амирхан, и он наносит и руками, и локти очень удачно вставляет время от времени. Просто к чему бразилец забрал это положение снова в гард к себе, в закрытый гард Амирхана, когда во втором раунде, в концовке второго периода было то же самое, и никаких дивидендов он оттуда, кроме как пропущенные удары, это не поимел. Да, была попытка взять на треугольник, но Амирхан ее присек на раз. Повторяется то же самое ситуация, что у нас была и в конце второго раунда. Снова находится сверху, контролирует ситуацию Амирхан, наносит удары. И так достаточно пассивно находится снизу Марсио Брено. Он вот даже показывал своим видом, что вроде как бы все нормально, все идет по плану, но достигают удары Амирхана цели. Рефери принимает решение поднять бойцов в стойку. И 3 минуты еще остается до конца третьего заключительного раунда. И снова пошел вперед бразильский боец. Но ему надо определенно уже рисковать, да. Либо попадать в стойки жестко. Обмениваются бойцы в стойке ударами. И очередной тейкдаун зарабатывает Амирхан Адаев. Попытка прихватить голову от бразильца уже была, и ничем она не закончилась, как и в этот раз. И достаточно легко освобождается Амирхан Адаев, и снова он находится сверху. В закрытом гарде. В закрытом гарде, и снова начинает вязать его. Это уже третий или четвертый за сегодняшний вечер по счету боев, когда бойцы оказываются именно в этом положении, в закрытом гарде, с одной прихваченной рукой. Сегодня вечером это очень популярное положение. Популярное положение. Ну, представителем бразильского джиу-джитсу является Марсио Брено. И, скорее всего, у них, я слышал, что именно это положение является выгодным таким технически. Это да, но пока он ничего из этого положения-то не показал. Пока он не извлек из этого никаких дивидендов. Ни нам, ни Амирхану он пока ничего не продемонстрировал. Сказать больше даже, да, очень напропускал ударов сверху. Поднимаются бойцы в стойку. Клинч у нас. Вроде атакует бразилец, вроде вяжет, но при этом пропускает, и при этом тейкдауны пропускает, и удары, и тейкдауны. И по сути его преимущество-то в активности, но не тот вид единоборств, где бы активно записывали в преимущество. Александр Загорский просит зал поддержать, да. Бразилец тоже попросил поддержки и тут же пропустил слева в бороду. За минуту до конца третьего заключительного раунда попытка Амирхана перевести поединок в партер. У нас повторяется снова ситуация. Бойцы находятся в партере. И попытка на треугольник прихватить от бразильца, но даст ли Амирхан застегнуть ему? Пытается подтянуть себе ногу. Да, уже обратный треугольник пытается хотя бы застегнуть бразилец. Но я думаю, Амирхану активно подсказывает, что остается на самом деле 20 секунд. И посмотрите на работу рефери. Да. Не часто мы увидим такую работу рефери. Плотно. Застегнут треугольник, забирает. 10 секунд пошли. Освобождается Амирхан Адаев. Зал ликует, мы слышим. Но это была, пожалуй, одна из немногих попыток бразильца хоть что-то сделать, находясь снизу. Амирхан радуется, улыбается. Ну, Бойцы приветствуют друг друга после поединка. Такая дружеская, мы видим, обстановка.
Но... Да, но я-то думаю, что Мерхан-то еще улыбается, понимая, что ну все-таки он этот бой забрал. Давайте смотреть да, объективно на вещи, да, но... Да, и довел его до логического завершения. Небольшая гематома у бразильца под левым глазом. Никто не против кого, никто не за кого, но просто объективно со стороны сегодня Амирхан Адаев был сильнее Марсио Брена. Нам показывают лучшие моменты третьего раунда. Да, это как раз-таки вот последний размен вот в третьем раунде. За минуту до конца третьего раунда был вот этот размен. Ну и работа рефери, конечно. Насколько внимательно рефери, да, следит за ситуацией. Еще раз поздравляем Амирхана, Хищника и Адаева. Уже официально объявили его победу Александр Загорский. До этого были только наши британцы.